Дмитрий Иванович, поделитесь, пожалуйста, своим видением сегодняшней игры. Впечатления негативные. Мы сегодня сыграли недолжным образом в плане организации в первую очередь. Если начало матча было достаточно неплохим с нашей стороны, мы выполняли то, что мы тренируем, то, что мы хотели выполнять. И, в принципе, у нас все получалось. Соперник нам не доставлял больших проблем. Все, что они предлагали, мы справлялись и играли достаточно организованно и дисциплинированно. Но, к сожалению, опять мы пропустили мяч в период с 30 по 45 минуту. Нам просто нам нельзя пропускать мячи в первом тайме. Иначе потом вторые таймы для нас становятся очень тяжелыми. Ну и, конечно же, возможно, игроки психологически просели в данной ситуации, потому что все-таки были настроены на то, чтобы отыграть первый тайм на ноль и дальше уже работать во втором тайме, навязывать свою игру. У нас этого не получилось. Плюс безобразное начало второго тайма. Самое, где на самых первых секундах соперник забил мяч. Да, там была индивидуальная ошибка. Но, тем не менее, мы так не можем начинать игры, начинать вторые таймы. Ну и затем уже было мало организации, было много эмоций, много сумбура. И в такой игре, в общем-то, мы кое-какие моменты создали, да, могли забивать. Был у Грузного хороший момент, но это был счет уже 0-3, поэтому это было не так важно. Во втором тайме мы сыграли плохо, сыграли недолжным образом. Отсюда такой результат. Согласитесь ли с тем, что ваша команда прибавила в агрессии при игре в обороне? В агрессивности? Возможно. Это здесь палка о двух концах, когда мы начинаем выдвигаться на чужую половину поля, начинаем прессинговать. Мы хотим это делать, мы хотим играть высоко, мы хотим играть агрессивно на чужой половине поля. Мы это начали делать лучше, но из-за этого у нас иногда бывают проблемы сзади, бывают проблемы то, что мы неправильно разбираемся с тем пространством, которое мы оставляем, и не всегда защитники правильно реагируют. Но в целом, конечно же, есть прогресс, и прошлая игра она дала нам оптимизм, дала нам надежду на то, что у нас есть серьезное качественное улучшение. Сегодняшний матч нас, наоборот, расстроил. Сегодня у нас мало что получилось. Усложнила ли ситуацию погода? Нет, в принципе, я думаю, что наоборот. Поле быстрое. Играть, я думаю, что приятно в такую погоду, когда быстрое поле, идет небольшой дождь. Я думаю, что это такая, можно сказать, футбольная погода. С этим как бы никак не связано. То есть никаких сложностей в плане погоды нам не доставило.